Ну что, бунасяра, добрый вечер. Как всегда, по пятницам, и сегодня тоже 15 мая на календаре. У нас что на afisha.md? Конечно же, афиша On Air. Те прекрасные мероприятия, которые мы проводим уже не первый раз, и с каждым разом мы все, знаете ли, наблюдаем за успехами этих мероприятий в интернете. Каждый из вас может подключиться прямо сейчас на официальных страницах и в Фейсбуке, и на сайтах afisha.md, point.md, shtir.md, чтобы этот вечер самый изоляции, пятничный вечер, который во времена того, когда пандемии не было, и надеемся, что совсем скоро отпустит и нашу страну, и весь мир от этой самой пандемии, от этой самой заразы. Вспомним, как мы проводили эти вечера по пятницам в обычные дни. Вот мы, афиша, придумали такие вот квартирники, скажем так, специально для всех тех, кто сейчас находится по ту сторону экранов, чтобы вы танцевали, чтобы вы подпевали, чтобы вы радовались, чтобы вы обнимались, по крайней мере, с теми, кто находится рядом с вами. И что хотелось бы сказать. Этим вечером к нам пришла замечательный артист, прекрасная исполнительница всем известных песен Джета Бурлаку. Добрый вечер, Джета. Добрый вечер. Добрый вечер все, кто нас сейчас смотрит. Это на самом деле очень классная идея, это очень здорово. Хотя я не могу сказать, что это просто, потому что вот вроде бы это концерт, а где же зрители? Но я представляю себе тех людей, которые нас слушают, и попытаюсь даже представить и почувствовать их тепло. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз, хорошо, они не только нас слушают, они еще и нас смотрят. И я думаю, что каждый из них будет подпевать и каким-то образом находиться рядом с нами. Как у вас проходит самоизоляция, скажите, пожалуйста? Сложно, не сложно? От чего пришлось отказаться? На самом деле, вроде бы как будто бы не сложно, если не очень глубоко задумываться. Поэтому, не хотя задумываться, насколько это сложно, я не могу тебе дать ответ. Наверное, потому что не хочу углубляться так далеко, потому что будет нелегко психологически оттуда возвращаться. Поэтому могу тебе сказать, что самоизоляция проходит очень классно, очень легко. Многие вещи как-то пересматриваются. Появляется время для каких-то вещей, для каких-то проектов, для каких-то новых идей, для того, чтобы прочитать книги, для того, чтобы общаться. Это если не углубляться в те проблемы, которые, в принципе, несет самоизоляция. Не только нас, а вообще всего мира. Но самоизоляция приносит, да, действительно, время для того, чтобы развиваться, для того, чтобы писать, наверное, какие-то новые песни, придумывать, как вы сказали, что-то. Дает ли она что-то не очень хорошее в том смысле, что человек начинает заниматься самокопанием внутренним? Вот я хочу по этому поводу, знаешь, заметить такое вот... Или спросить тебя, с чем у тебя ассоциируется самокопание, вот само слово. Потому что вчера, когда я услышала вот именно эту фразу, о которой ты сейчас говоришь, которую ты произносишь. Ты знаешь, какая у меня была ассоциация? У меня была ассоциация с таким вот эпизодом, когда человек, копая, правильно? Если что, ты мне помогай. Копая, вдруг находит клад. Об этом же и говорю. Дальше. Да. Или же, когда он копает землю и понимает, что в эту сырую, свежую землю можно что-то посадить. И мне кажется, что вот в этом смысле самокопание – это хорошо. Главное, чтобы оно не перешло в самобичевание, потому что это ни к чему. Это абсолютно верно. Я имею в виду, что да, действительно, когда происходит вот это вот самокопание, можно же достать оттуда что-то, да, что ты хотел исправить, или наоборот достать какой-то плюс, который вот сейчас он не пригодится. Я о нем когда-то забыл, а он-то у меня есть где-то там. Я думаю, что очень важно правильно самокопаться. Абсолютно верно, абсолютно верно. И я думаю, что этот вечер принесет вам ни в коем случае не самокопание, а наоборот – развитие, радость, любовь и уверенность в себе. Об этом поп. Не стыдно вообще? Джаз-дива. Нравится вас, когда так называют? А мне нравится и джаз, и поп. Джаз-поп-дива. Да, потому что, знаешь, а чем поп — это плохо? Никто не говорит, что это плохо. А есть еще и такое вот понятие, как джаз-поп. Понимаешь? Вот, отлично. Вот об этом, я надеюсь, сегодня мы и услышим. С какой песни начнем? Vreau să încep... Totuși e concert, cum crezi tu? Putem să numim că este un concert online? Este un concert online. Ok. Deci vreau să încep cu piesa la care eu țin foarte mult. Se numește E timpul. Atunci când am scris-o, eram tare îndrăgostită.
Și eu, de fapt, cred în iubirile care nu mor niciodată. Foarte sincer. Și eu cred că atunci mi se părea că oamenii pot să vorbească fără cuvinte. Asta ar fi minunat. Dar acum, în ziua de azi, mi se pare că atunci când oamenii tare, tare se iubesc și nu se înțeleg, nu este de ajuns pur și simplu să te înțelegi fără cuvinte, dacă nu poți. E mult mai simplu să te înveți, totuși să vorbești. Pentru că de asta noi oamenii, de fapt, posedăm limbajul omenesc, ca să comunicăm unii cu alții. Dar dacă se întâmplă în viața voastră să întâlniți oameni cu care puteți vorbi fără cuvinte, aveți grijă să nu-i pierdeți niciodată. Хорошее время, и как оно хорошо и правильно началось этим вечером, как вы считаете? Да, ты знаешь, я уверена, что ты прав. Мне кажется, вообще время, всегда все хорошо начинается, может быть, мы не всегда
понимаем. Что, кстати, дает время? На самоизоляции или вообще во время карантина, или вообще во время того, как ты находишься сам наедине с собой или с семьей, происходит такое, когда ты думаешь, что времени много, и оно мне что-то даст, несмотря на то, что буду я это делать или не буду. Я просто с вами об этом говорю, потому что мы с вами неоднократно встречались, и с вами есть о чем поговорить, и это очень приятно. Я просто люблю поболтать, да, понимаешь, это все. Что дает время? Лично мне или вообще? Ну, давайте сначала лично вам. Нет, лучше наоборот. Лучше сначала вообще. Что дает время вообще? Наверное, каждый выбирает себе сам, что взять из этого времени. И каждый выбирает и берет, наверное, именно то, к чему он готов, что он готов взять. Что беру я? Слушай, мне очень нравится этот период, по-честному. Вот если по-честному, то да. Потому что осталось 5 дней до сдачи мастерской. И я очень надеюсь, что я успею. И вот откровенно хочу тебе сказать, у меня ощущение, что времени не хватает. И такой парадокс в моей жизни получилось какое-то такое вот безвременье, наверное, как и у всех. Если у вас, у кого-нибудь было такое немножко ощущение безвременья, да? И вот именно в этот период безвременья мне хочется, чтобы все было очень по порядку, чтобы все было очень расписано, чтобы все шло по графику, чтобы все было правильно, и я получаю от этого удовольствие. Я думаю, что не потому, что я такая умница, нет. Я думаю, что это какой-то такой защитный механизм моего организма, и слава Богу, что оно так работает. Я думаю, раз он так работает, и раз вы действительно все хотите расписать поминутно в вашем дне, значит, вам будет намного легче выходить из этого состояния, то есть в нормальный ритм жизни, который мы все с вами с нетерпением ждем, между прочим. А здесь мы ждем, конечно, музыку. Еще будут вопросы. Один из них — это мастерскую вот вы защищаете. На кого вы учитесь, Джета? Я даже не могу сказать, что на кого я учусь. Я лучше скажу, чему меня учат. Вот, это тоже интересно. Да, это на самом деле так, потому что мне кажется, что я очень счастливый человек. Мне по жизни очень-очень-очень везет с преподавателями. Мне очень везет с друзьями, с людьми, которые меня окружают. Вот как-то так получается, что не знаю, я ли, либо мое другое я притягивает этих людей, и они как-то ведут меня по этой жизни, и сама жизнь выходит всегда как-то выруливает очень классно. Сейчас я пытаюсь, я надеюсь, что я успею защитить мастерскую по психологии. Да. И все. И, наверное, здесь поставим точку. Договорились. Потому что до того, как я стану психологом, таким, знаешь, матерым, Вы хотите с повышенным нарциссизмом, да, то я думаю, что мне еще есть очень много книг прочитать и переслушать умных людей, и еще очень-очень-очень многому есть чему поучиться. Ну тогда только удачи. Спасибо. И следующая композиция. Следующая композиция называется «Кто-то где-то». Она мне нравится, потому что она такая про жизнь, про все. Про все, что правильно или неправильно. Не знаю, существует ли вообще правильно. И про то, что... А зачем я вообще рассказываю? Ведь вы не глухие, вы сами поймете, о чем эта песня. О май гад. Проводит черту, пытаясь прорваться за край. Кто-то топчет ногами мир, наступая на чей-то рай. Кто-то слезы роняет с дождем, для кого-то они лишь вода. Кто-то бережно дарит мечту, для кого-то мечта не нужна. Кто, 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 кто-то, кто-то, а может даже я. Кто, 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 кто-то, кто-то, а может даже я. Кто-то скажет прощай навсегда, пополняя списки потерь. Кто-то молит кого-то прости
и стучится в закрытую дверь на вечерней крыше вдвоем. Кто-то с кем-то танцует час, нарушая все клятвы свои. Кто-то чей-то последний раз. Кто-то, а может даже я. Кому-то пора уходить. Кто-то снова, снова пишет слова, хотя они никому не важны. Кто-то ищет исполнение снов, а кого-то волнуешь лишь ты. Может, даже и мы, все те, кто сейчас смотрим эту трансляцию вне этой замечательной студии. Атмосфера, я вам скажу, превосходная, замечательная, живая. Очень нравится. Джета, как вам? Мне пока что тоже окей. Я скажу вам точно, как оно было завтра, когда я пересмотрю этот замечательный эфирчик. Правильно. Пока что могу сказать вам, что... Мне очень комфортно, и хочу поблагодарить вот этих вот замечательных моих друзей, которые сегодня согласились, и не только сегодня, согласились играть со мной. И хочу сказать, что, мне кажется, этот карантин, он еще хорош тем, что он похож немножечко на сито. Конечно, отлично. Абсолютно с вами на согласен. На этой оптимистической ноте мы пойдем дальше. Договорились. Чтобы не углубляться в детали. Договорились. Если упадут все звезды с неба, разучись бежать за мтером, обернись. Все, что не сбылось, запомним оба. Если бы нельзя, да было можно. Верили.
во дно, но не до дна. Если с тобой мне можно не быть в откровениях своих осторожной, знаешь ли ты, что невозможно забыть прикосновения твои под кожей и избежать того, что до хрипоты на этот раз мы точно сможем. Просто вдыхай мои цветные мечты, они давно нам все дороже. Того, кто где-то рядом, в этом мире нам с тобою места нет. Через столько лет вернуться снова, не смотри назад, там было много. Падал первый снег и таял лед. И если с тобой мне можно не быть в откровениях своих осторожной, знаешь ли ты, что невозможно забыть прикосновения твои под кожей и удержать того, что до хрипоты на этот раз мы точно сможем. Просто вдыхай мои цветные мечты, они давно нам все дороже. Спрашивай, подожди. Я даже не хотел задавать вопрос, хотел просто напомнить. Нет, подожди, сейчас. Вдруг ты меня спросишь не то, что я хочу услышать, а я хочу сейчас сказать что-то очень важное. Те, кто знают мои песни, и те, кто знают не мои песни, очень часто говорят, ты знаешь, вот чувствуется, вот песня, как будто ты ее написала. Вот ты ее написала? Я говорю, да, потому что вот, и ты знаешь, чувствуется, вот прям каждое слово, которое ты поешь, и сколько ты вкладываешь в мелодию, классно. А эту тоже ты написала? Я говорю, нет, эту не я написала. И вот именно об этой песне я хочу сказать. Эту песню написала Анастасия Бас, и ей хочу сказать огромное спасибо. И это не единственная песня, которую сегодня вы услышите. И что для меня очень ценно, что можно сказать, что этот художник, правильно? Конечно, этот можно. Художник, да, что этот, это художница. Настолько умеет чувствовать и угадывать, о чем бы мне хотелось спеть, что прям вот когда я пою, у меня полное ощущение, что вот если бы эту песню написала я, то я написала бы ее точно так же. Поэтому если нас сейчас Анастасия Бас смотрит, я передаю ей огромный привет. Куда, в какую? Сюда, да? Вот я передаю ей огромный привет, спасибо огромное. И вообще всем креативным людям хочу пожелать, чтобы никогда, никогда ваша муза не улетала на Марс, чтобы она всегда оставалась рядом, и чтобы вы всегда имели доступ к тому ресурсу,
к тому потоку, откуда вы черпаете свое вдохновение. Все, теперь да. О чем ты хотел сказать? На Марс отправляет Илон Маск совсем скоро свою команду. Вот, поэтому муза действительно пускай остается рядом с вами. Джета Бурлаку здесь, и философствуем, и разговариваем, и, естественно, поем. Афиша.md, point.md, 4.md. Подключайтесь, пожалуйста. Я так понимаю, что музыка была с вами всегда. Я не говорю сейчас о песне, потому что не знаю, но музыка была всегда. Каким образом джаз пришел в вашу жизнь? Почему он? Ты знаешь, мне кажется... Слушай, почему ты ко мне на «вы», а я к тебе на «ты»? Извините, Никита, еще раз. Перемотайте, пожалуйста, эфир назад, еще раз. Вы ничего до сих пор не слышали. Вы знаете, Никита, я вам вот что скажу. Мне кажется, что... Это же уважение. Но поэтому да, только... извините, что я к вам так неуважительно тыкаю. Нет, вы можете со мной на «ты». И что я к вам тыкаю вот так пальцем. Итак, вернемся, Жеш. Мне кажется, что музыка, она... со всеми живет с самого начала, прям с самого рождения. И это такое легатура трансгенерационала. Тунцелеч здесь прочаю. Тунцелек, я нцелек. Мусумеск, да. Каре ляга, фекаре ом каре се наште, ну май де мама луй, дар музика ляга де тот неамол, де тот родул, де фекаре, ну что, пын ла шапта генерация. Ши есте фуарте импортант, ка мамеле, каре нас копии мич-мич се ле кънте, neapărat. Să le cânte sau să le asculte? Să le cânte. Mai întâi să le cânte. Neapărat să le cânte cântece de leagăne. Pentru că prin aceste cântece de leagăne, acești copii se simt uniți cu Universul prin mama lor. Și ascultând cântecele de leagăne, acești copii cresc de fapt niște oameni foarte sănătoși psihologic. Și apropo, vreau să transmit acum mari, mari, mari salutări acelor psihologi care sunt conectați și medici care sunt acum, așa, aici, care sunt conectați acum la această emisie. Într-adevăr, e o mare știință psihologie și mie mi se pare că ar fi de dorit ca noi să începem să o studiem chiar din grădiniță, dar sigur că cu instrumentele corespunzătoare pentru fiecare vârstă și cu tehnicile corespunzătoare pentru fiecare vârstă. Iar nu este un secret că fiecare muncă necesită foarte multă dedare și nu este secret că burnout este foarte actual în ziua de azi. Și eu sunt sigură că anume muzica este acea terapie, sună bine, este acea terapie care poate să ne întoarcă puterile de care avem nevoie. Кстати, о чем был первый вопрос? Это уже совершенно не важно, потому что ответ был... Vreau să vă salut! Și vreau să vă spun că este așa pentru noi, pentru prima dată, așa o conectare în emisie directă prin internet și pentru cei care ne ascultă acum și pe Zoom, da, ne priviți, mulțumesc. Și cei care, tot într-o cameră, da? Și cei care ne privesc acum pe Facebook, salutări mari. Привет, и переданы, давайте наслаждаться музыкой. Все, вот все так просто. Есть еще много вопросов, но зачем? И зачем, если музыка лечит, это терапия, как вы сказали, и с самого детства, и до самых, надеемся, старых возрастов будет с нами. Пускай такая хорошая. Exact. Eu sunt sigură, până există creativitatea, creația, muzica, pictura, literatura, mai spune tu, mai spuneți dumneavoastră. Давайте на ту уже, ладно, давайте уже на ту. Nu bine. Așadar, eu cred că noi toți avem un viitor frumos, până când știm să creăm și să ne recreăm. Iar această piesă, pentru toate, toate, toate mamele frumoase, cele care... sunteți copii. Cred eu că vă dați seama cât de greu, de fapt, este pentru o mamă să-și crească copilul său. Cele care aveți deja copii, știți să le transmiteți experiența voastră de viață și asta este cel mai frumos, de fapt. Iar copiilor, ce vreau să le spun, cel puțin copiilor mei, că, de fapt, noi mamele uneori știm să fim prea iubitoare, dar așa suntem noi. Te trezești dimineața cu gândul, unde ești, ce să faci când să pleci? Telefonul, captaua și vinul îți dau palme prea aspre,
și-rești. Te ridici din cearșafuri cu taine, iar în cap ți se spac doar chemii. Tu promiți să fii altul la toamnă și cazi iarăși în lume de copii. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe noi. Ea știe cum se face seama, ți-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Când erai o fărâmă de soare, îți cântam și prin somn melodii. Când părea că durerea nu moare, căutai lacul în ochii mei vii. Acum parcă le știi chiar pe toate și nu vrei o minut să mă asculți. Tu promiți să fii altul la toamnă și cazi iarăși în lume de demult. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face seama, ți-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde. Dacă viața ar fi ca o carte, să dai fila când vrei înapoi. Mamele n-ar muri niciodată și-ar fi veșnic alături de noi. Dacă viața ți-ar pune cătușe, să nu vezi cerul alb, albăstriu. Mama știu că le-ar face cenușe, sună azi, mâine ar fi prea târziu. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Că viața asta nu e simplă și poți greși indiferent. Răspunde când te sună mama, ea știe cel mai bun secret. Ea știe inima cum doare, fără wifi și internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună. И мама действительно знает все, мама знает очень многое. И, пожалуйста, если, что бы с вами ни случилось, пожалуйста, если мама звонит, надо отвечать. Это точно. Правда, всегда мама, когда меня отправляла куда-то, всегда говорит, пожалуйста, ответь на звонок. Мне важно, чтобы ты живой, здоровый, все остальное меня не интересует. Я то же самое говорю своим детям. Потому о детях, что, давайте о детях. Давайте, потому что никто не знает, что творится в голове у абсолютно нормальной, здравомыслящей, адекватной матери. Правильно? Нет, ты не знаешь. Я не знаю. Я не рожал. И я тебе скажу, что это какой-то кошмар иногда, что там творится. Это прям вообще непредсказуемо. Все катастрофы вот, и все апокалипсисы одновременно. И обязательно поэтому, на своих детей, конечно. Понимаешь, и поэтому, да, на самом деле очень важно просто сказать, алло, маман, ты гений. И все. Все. Но мне кажется... Мир заблестел другими красками. Подожди, 3 секунды, запомни вопрос. Да, пожалуйста, запомни. Запомни, да. Я просто хотела поблагодарить за эту песню Вярику Нагачевскую и Аурелу Кертуак, потому что на самом деле это очень важная песня для меня, для моей души, для моего репертуара и для моего самовыражения. Спасибо, дорогие мои. Я думаю, что у ваших детей есть огромное количество свободы, которые вы им предоставляете. Сейчас они уже достаточно взрослые. Как проходит время на самоизоляции с ними? Чем занимаетесь?
На самом деле, мне кажется, что... Узнаете ли в них что-то новое в этом возрасте? Да. И мне кажется, что этот период самоизоляции — это какой-то период открытий. Мне очень интересно наблюдать не только за моими детьми, но и вообще за людьми, с которыми я общаюсь. И ты знаешь, если... Извините, Никита. Ладно, шучу. Ты знаешь, если, в принципе, уметь замедляться, останавливаться на какие-то моменты, секунды, немножко ловить все-таки это ощущение здесь и сейчас, и не только слышать, но слушать и понимать, даже не понимать, а чувствовать слово, то на самом деле жизнь оказывается намного-намного проще. И это в первую очередь относится к моим детям. Вот если уметь не просто слушать слова, а еще и читать между строк, и именно чувствовать и себя, во-первых, какие у тебя ощущения, и обязательно научиться чувствовать своих близких, то все становится на свои места, все становится просто. Конфликты, они, конечно же, всегда есть, потому что если нет кризиса, нет конфликта, в любом коллективе два человека — это уже малепусенький коллектив. Слово «малепусенький» можно говорить? Можно здесь все говорить. Но не нужно. Что я имела в виду? Если два человека, можно сказать, что это уже маленькая ячейка общества или маленький коллектив. А вообще, что я хотела сказать? Подожди, нет, я хотела сказать что-то умное. Да. И если научиться чувствовать друг друга, то тогда понимаешь, что конфликт и кризис, он обязательно должен быть. Но тогда это приобретает другую краску. И я своих детей стараюсь научить, что конфликты, да, они бывают, но они для того, чтобы двигаться по спирали наверх, чтобы строить отношения дальше, чтобы выстраивать свои границы, чтобы доносить до того человека, с кем ты живешь в одном доме, доносить свои желания, свои правила, свои какие-то потребности. И настолько, насколько возможно, стараться быть услышанным. Во-первых, очень хорошо, я сейчас понимаю ваших детей, и не хочу сказать, что завидую, но я очень рад, что у них такая мама, мне по вашим словам, по крайней мере. Но я уверен, что она на самом деле... Мне тоже кажется, что я классная. Мне кажется, на самом деле так оно и есть. Во-вторых, я думаю, что после нашего разговора вы точно будете, я уверен на 100%, что мастерскую вы защитите. Это точно. По психологии. Ну что, двигаемся дальше. Что у нас за следующая песня? Про любовь? А как без нее? Вообще никак. Так мало слов, дыхание сбито, напою тебя водой. Пусть говорят, что ты не воспитан, и с тобой один непокой. Глаза в глаза, других мы не видим, что же с нами произошло. Да что могло, уже все случилось, об этом знаем лишь мы вдвоем. Без тебя мне жить напрасно, я так не смогу. Для меня нежнее теперь одно, значит, так угодно небу, значит, суждено. На тонкий лед ступал торопливо, но кем-то всегда был спасен. И ворон на мне достался в добычу, чьей-то рукою ведет. Ты загадал на звездопаде то, что нельзя загадать. А я не знала, что мы, не глядя, как птицы умеем летать. Без тебя мне жить напрасно, я так не смогу. Для меня нежнее нету твоих сладких губ. Я смотрю и теперь одно, значит, так угодно.
суждено. Не смогу без тебя, нежнее нету твоих сладких губ. Я смотрю и понимаю, мы теперь одно. Значит, так угодно небу, значит, суждено. Значит, суждено, значит, так удобно и угодно небу. Как к небу, к вселенной, вот к этому всему относитесь? Я имею в виду, действительно, если что-то оттуда пришло, то мне все. Мне кажется, прямое отношение имею ко всему этому. Хотя бы потому, что вот я сижу здесь рядом с вами и участвую во всем этом процессе жизни на Земле. Оно многое дает, я имею в виду вселенная. Вообще в творческом плане, в плане жизни. Нужно ли обращаться, я имею в виду, смотреть на небо, мне кажется, это очень-очень важно. Смотреть на небо точно нужно, и это очень важно. А про другое я не знаю, что здесь ответить, потому что это не про слова. Конечно. Это про ощущения. Это про те ощущения, которые не знаю, если я хочу кому-то передать. Потому что оно настолько мое, как, знаешь, дневник, который хочется, чтобы никто никогда не читал. Очень-очень личное. А вот мы сейчас публично, между прочим, выступаем с вами, поэтому пишут комментарии нам. Супер Тари, браво, свежа, легка, с юмором о сложном. Как вам такой комплимент? С юмором о сложном. Это же здорово. Мне кажется, вообще к жизни нельзя относиться серьезно, понимаешь? Можно сойти с ума, потому что иногда она бывает настолько смешна в своей грусти, что просто можно... Я не знаю, как подобрать... Остаться в шоке. Причем не в легком. Конечно. Поэтому вот легко, легко, смеясь. Легко, смеясь и веселясь, тогда мы продолжаем. Я увидел, что это за следующая песня, да. Одна из моих любимых в вашем... Причем, заметь, не самая веселая. Не самая веселая, но очень хорошая. Я бы даже сказала, что для меня она одна из самых грустных. Есть история. Одна из самых наполненных. И в этой песне есть все. Все краски, весь спектр любви. Наверное, который описал когда-то давно-давно-давно еще сам Платон. И с тех пор ничего не изменилось. Ты хотел сказать что-то? Да. Не знаю, подойдет ли история. Я слушал эту песню в колонках громко дома с открытым окном летом. И мои соседи обычно слушают совершенно другой репертуар. Никого не обижаем, вся музыка хороша. Ни в коем случае. Вся музыка хороша, но другой репертуар. Другая музыка просто, да. И в какой-то момент мне постучали в дверь, я подумал, что попросить сделать тише, или выключить, или переключить, а они попросили сделать громче. Вот с этим теперь и пойте. Мне очень приятно. Если, я не знаю, который час сейчас в Америке, да, они, наверное, спят. Ну, все равно мы поставим тег, и я надеюсь, что Игорь Якимчук посмотрит потом этот эфир. Я хочу ему передать привет, сказать ему огромнейшее спасибо за мой первый альбом «Чанажда». И эта песня вошла в этот альбом. Спасибо за то, что он тогда в меня поверил и сказал: «Эй, хай, Санчерка!» А сяра ла пуарта мя он баяц кофата ста cu părul ei se juca și din gura așa zicea să n-ajungi pe viață bine că ți-ai bătut joc de mine că ți-ai bătut joc de mine tu iubire tu și pentru că m-ai urit, ascult acum ce-ți cânt, ascult
ako mačecký, to ju bere to. Čiririririri, čip, čip, flore alba de peki, aj vino sa de mi roz, ka mi roš promos. Ka si tu aj ubi, si aj suferi, aj fost flore iubitoare, părăsită floare, să te ajungă dragostea. Când ți-o fi viața mai grea, să te ajungă focul meu. Să nu dorm de dorul greu, iubire tu. Să te ajungă dragostea și să nu poți fără ea, și să nu poți fără ea, tu iubire tu.
Наслаждение получаю не только я уверен, и все те, кто сейчас подключился или уже давно смотрит афиша On Air, afish.md, point.md, штирь.md. Джет, вы начали с того, до того, как вы начали петь эту песню, начали с того, что кто-то вам сказал «Hi, Saint Cherkem». И кто-то подходит и говорит, давай что-нибудь попробуем. Во-первых, как часто у вас это происходило в жизни? Во-вторых, мы все прекрасно знаем, что с «Hi, Saint Cherkem» или с «Давай попробуем» начинается столько грандиозного и хорошего в нашей жизни. Как часто вы соглашаетесь на такие штуки? Очень часто, потому что на самом деле, если задуматься, то ты понимаешь, что все, что сегодня здесь происходит, оно происходит, оно мне один чест мотив. Хай сан черкам. Хай сан черкам от спус вой. Хай сан черкам. Ам спус йо май департе. И я кредка pentru mine este foarte important, eu să fiu deschisă pentru această noțiune de hai să încercăm și pentru mine este foarte important lumea să nu se sperie să-mi spună și să continue să-mi spună hai să încercăm. Și eu sunt tare mulțumită că am avut și am în viața mea și dacă o să fac așa o retrospectivă începând din anul 94, așa, când deja am înțeles încotro merg, tot aud acest, hai să încercăm. Și tot spun acest, hai să încercăm. Și nu știu dacă am dat greș, pentru că nu există răspuns prompt la această întrebare, dar de fiecare dată când am încercat, acum nu-mi pare rău, poate atunci, dar nu am conștientizat că totul are un scop, totul are un rezultat și totul vine spre ceva și adună ca un fluviu, ca un fluviu care adună izvoarele. По-моему, мы очень много говорим и мало поем. Давайте петь. Я хотел зачем сказать... я так много говорю? Останавливайтесь же меня. Который час, скажи мне? Мы же приятно говорим. Половина девятого. Какой ужас? Не спели, это совсем ничего. Давайте тогда будем петь. Согласна. Я думаю, что... Который час? Половина девятого. Мы пропели целый час? Да. Я бы даже сказала не пропели, а про болтали. Да. Так вот, что я хотела сказать. В полдевятого уже, кстати, можно налить бокал вина. Было бы у нас, мы бы сейчас... Нет, нам нельзя, мы на работе. Вот именно. Я имею в виду тех, кто... Смотрит. Нам, да, нас смотрят сейчас. И тем более, что ведь вообще-то конец недели. Вообще сейчас, во время карантина, считается, что конец рабочей недели или нет? Те, кто работает, да. Окей. Для тех, кто работает, и для тех, кто работает над собой, сегодня конец недели, сегодня можно все. С сегодняшнего вечера и до... воскресного обеда можно все, а потом надо прийти как-то в себя. Может не просто, может пустяк, не спать три ночи подряд. И есть один способ, поможет вино, только не пропей дно. Не знаешь, где себя, куда, в какие страны улететь. Сила воли нужна, чтобы купить обратный билет. И если бросился в беда, и от конца не виден край, не заплывай, друг, далеко. Гуляй, гуляй, гуляй. Море сухого покажет кино, где будет все включено. На глубине ты еще не тонул и сам себя обманул. Не знаешь, где тебя, куда, какие страны улететь. Сила воли нужна, чтобы купить обратный билет. И если бросился в бега, конца не виден край, не заплывай, друг, далеко. Гуляй, 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 гуляй. Yeah, baby, yeah. Не знаешь, где себя, куда, какие страны улететь. Сила воли нужна, чтобы купить обратный билет. Если бросился в бега, я от конца не...
виден край. Не заплывай друг далеко. Не хочется ничего говорить, хочется гулять, хочется море вина. Да, хочется я напомнить. Думаю, что можно даже не только море вина, можно просто море, но пока нельзя, поэтому следующая композиция называется «Aroma de Vacanza». Афиша.md.point.md, 4.md, Джета Бурлаку сейчас отправил нас на каникулы. Джета Бурлаку.md почти. Аурел Киртуака и .md. И Сергей Ватаву.md. Мы все вам передаем приветы. Сколько вас там? Вас там много? Около 700 человек сейчас нас смотрит.
одновременно. Ну, по-моему, мы этого заслуживаем. Естественно. А, отлично. Если там не хватает еще 300, пожалуйста, позвоните соседям, скажите, что у них нету совести. Пусть подключаются. Пускай это была вина шутка. Продолжаем. Да, спасибо за то, что вы на самом... Стоп, а сейчас по-серьезному. Спасибо, что вы нас смотрите, потому что для нас это на самом деле очень ценно. Очень ценно для артиста иметь фидбэк. И ты знаешь, вот то, что ты заглядываешь туда в прямой эфир и говоришь, сколько народу нас смотрит, можно сказать, что это заменяет зрительный зал? Конечно. Нет. Конечно, нет. Как нет? Нет, конечно, да. Конечно, да. Но это в какой-то степени. И мне очень хочется, чтобы мы опять встречались в концертных залах. А сегодня хочу вам сказать спасибо за то, что, может быть, косвенно, может быть, по каким-то непонятным струнам универса, мы все-таки чувствуем друг друга и чувствуем это тепло. Следующая композиция для меня очень значимая. Опять же, смысл незачем рассказывать, поэтому лучше войти в состояние и, главное, не разрыдаться. Расстояния, города, застывали в них вечера. Отправлялись в ночь детские мечты. Мам, не улетай, поговори. Чтобы вместе мы, плача и смеясь, могли о чем-то больше просто помолчать, крепко за руку тебя держа. Мама, как блестят твои глаза. Звеня, не тревожь себя напрасно, посмотри, ведь ночь прекрасна, только снова в разных городах. Не тревожь себя напрасно, посмотри, как ночь прекрасна, так бежит, не остановить. Вечность не дано людям пригубить. И все как в первый раз, мы встречаем май. Мам, не улетай, не улетай. С тобою кажется другим, он тобою создан и храним. Сколько повидавши с болью и мечтой, береженный небом дом твой. Мама, как блестят твои глаза, а колокола души звенят. Не тревожь себя напрасно, посмотри, как ночь прекрасна, только снова. Смотри, как ночь.
города. Спасибо, Сережа. Не разрыдаться сейчас хотели все, между прочим. Будем говорить, откуда песня, почему она такая и как она появилась? Или... Да. Давайте. Да. Слушай, мне кажется, мы можем так с тобой сидеть до утра. А мы, нас никто не торопит. Серьезно? Конечно. Окей. Потому что, во-первых, я хочу сказать спасибо Сергею. Это такая композиция, которая построена на минимальном количестве инструментов всегда. Не только сегодня, но вообще. И в этой композиции для меня, когда я ее пою, очень важно чувствовать то обволакивающее облако музыки, чтобы я не думала про ритм, про гармонию, чтобы я просто подключалась к звукам, и чтобы эти звуки помогали мне рождать те картинки, которые, те образы, которые я вижу в своей голове. Потому что на самом деле, я хочу тебе признаться, у меня нет слуха. Все, что я пою, я просто вижу. Сенсация. Стоп. Вернулись в серьезность. И вот мы даже сегодня с Сергеем говорили о том, что есть такие произведения, которые так нравятся, и ты знаешь, как их играть. И вот ты прям начинаешь играть это произведение, и ты думаешь, классно, это же будет как всегда. Ты вот подключился к этому, я не знаю, как, к проводам, к электрическим проводам, как троллейбус или как трамвай. Трамвай, и все, и тебя понесло. И ты играешь, или поешь, и в какой-то момент ты откровенно понимаешь, что ты пытаешься подсоединиться к этим проводам, а тебя не пускают. И такое бывает, и поэтому иногда ты понимаешь, что в принципе оно звучит классно. И через года, когда ты прослушиваешь эти варианты, ты понимаешь, что на самом деле, да, было классно. Но только ты и больше никто в этом мире не знает, что ты не подключился к этим проводам. Даже, может быть, иногда слушатели верят и сами чувствуют, но вот этого внутреннего инсайта у тебя не произошло. И вот сегодня на репетиции я говорю, представляешь, как бывает? И вот сейчас я хочу тебе сказать, что вот, да, вот мы, как два, по крайней мере, не знаю, как ты, да, но я подключилась к своим трамвайным линиям, да, рельсам, и мне было хорошо, и эмоционально я передала то, что хотела. Я спела о том, во что я верю. Я верю в то, что пусть летают самолеты, и наши дети, и мы сможем летать друг к другу, прилетать, улетать, плакать от счастья, когда встречаем друг друга, немножко грустить и ждать этой встречи. Это очень важно, чтобы мы все были живы, здоровы, и был мир на земле, и наши мамы жили вечно. Надеемся, что так оно на самом деле и будет. И спасибо за такие песни, которые действительно нас заставляют задуматься. По крайней мере, тех сыновей. А все мы чьи-то сыновья, дочери. Вот. И продолжаем, наверное. Я не думаю, что я хочу следующую песню объявлять. Да и не нужно. Я ее хочу просто проорать. Пожалуйста. У нас соседи... Но знаешь, что самое ужасное? Никто не разрешает. Скажу сейчас, бережно хранят года, мысли сколько унесут, песен принесут. Закипает кровь во мне, а знакомый человек в спину дышит мне давно, и я не знаю на уме, что у него. Охота, охота на волка, каждому свое, а ему воля. Раненый в плечо оползет сквозь боль. Дышит волк, а значит живой. Ветер мне споет о них, одиноких преданных. Им давно потерян свет, небо им в огне. Падает на землю снег, на нем кровавый след. Падает на землю волк, еще немного остается, знает он. Охота,
охота на волка. Каждому свое, а ему воля. Раненый в плечо оползет сквозь боль. Дышит волк, а значит охота, охота на волка. Каждому свое, а ему воля. Раненый в плечо оползет сквозь боль. Дышит волк, а значит живой. Свое, а ему воля. Раненый в плечо оползет сквозь боль. Дышит волк, а значит охота, охота на волка. Каждому свое, а ему воля. Раненый в плечо оползет сквозь боль. Дышит волк, а значит живой. Как же все-таки, да нормально, нужно, так нужно. Этот драйв, как мне он нравится, как его много и как это хорошо. Мне так не хватает здесь рядом со мной 12 человек в черных костюмах, с белыми рубашками, в черных галстуках. Балет? И с... Нет. Музыкантов вы имеете? Да, 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 со своими инструментами, потому что вообще в этой вот песне есть море всего, и перкуссии, и барабаны, и трубы, и саксофоны, и тромбоны, и голоса. Но поэтому... и сейчас все тоже очень хорошо звучит и выглядит, в этом я уверен. Топ-5 песен вашего репертуара есть такие? А мне кажется, что, в принципе, они где-то здесь вот собраны, поэтому... Уже прозвучали или еще будут звучать? И прозвучат, и прозвучали. Хорошо. И мне даже не хочется называть топ, потому что мне кажется, что это стыдно перед моими песнями. Каждая из них заслуживает отдельную золотую коробочку с хрустальным бантиком, потому что каждая из песен, она прочувствована, она не зря написана, и в каждой песне есть смысл. Может, несколько нет? Шучу. Ну, видимо, песни, которые вот с таким вот смыслом, тоже нужно писать. Они же тоже нужны. Нет? Нет. Ни в коем случае? Представляешь, какие были бы... А если там одна... Представляешь, люди, какие были бы классные, если бы вот вся музыка была бы... Нет, по-моему, меня не туда занесло. Со смыслом? Да. Иногда нужна музыка без смысла. Вот. Потому что иногда нужна музыка для тела, для того, чтобы отключить мозг и просто двигать руками, ногами... И просто разгонять свое животное внутреннее, кстати, да. Да, ты прав. А пока музыка со смыслом, которую мы продолжаем здесь, афиша on air, point.md, 4.md. Подключайтесь, если вы почему-то еще это не сделали. Джета Бурлаку здесь, для вас. Vreau să vă doresc la toată lumea să fie bine. Cum este acest bine, cu siguranță hotărăște fiecare. Cel mai important... Binele nostru să nu încurce la binele cuiva, deși practic asta este imposibil. Dar să ne străduim, să fie bine. Într-un vis de primăvară, cu miros de tămăioară, prea curată Maică Sfântă, cu flori din rar, șapte flori la piept țineam și cu drag le descântam, cu drag din rag la cules pentru mine la ales. Pentru mine, pentru tine, ca să fie lume bine. Pentru mine, pentru tine, ca să fie lume.
Все так и будет. Пускай все будет хорошо. Конечно. К этому стремимся, этого хотим. Особенно сейчас, когда на улице, ну, так себе, так себе. Такая. Не хотелось бы, конечно. А ты знаешь, мне кажется, вот грешно говорить «так себе». А как нужно Потому говорить? Что если задуматься о том, как жили люди в 15 веке... Нет, ну если мы будем сейчас задумываться... Поэтому давай скажем, ну вообще-то нормально. Нормально, но... Но всегда можно лучше. Всегда можно лучше, всегда хочется лучше, всегда к этому хочется стремиться. К чему стремитесь вы? Об этом тоже можно написать в комментариях. Точно слушать музыку здесь, афиша on air, point.md, штирь.md, афиша.md, естественно. Джета Бурлаку здесь для вас, для нас... Для всех. Кстати, знаешь, мне было бы интересно в комментариях, чтобы те, кто нас смотрит, написали, какие песни именно вам понравились. Потому что мне иногда кажется, ты знаешь, я не люблю винегрет, вообще не люблю винегрет. Я тоже. Да, вообще я не понимаю, что это за вид еды. Но мне кажется, что мое искусство иногда это полнейший винегрет. И вот тот винегрет, который пою я, мне нравится. Поэтому я хочу спросить тех, кто нас слушает. Напишите, пожалуйста, песни, которые вам нравятся. Мне будет приятно. Из тех, которые спела Джета, конечно же. Там, где нет меня, ты читаешь стихи, собака. И где нет меня, с кем встречаешь рассветы, ветки пьяные гнутся ниже до земли. Ой, что же надела окаянный со мною ты? По краям иду, позабыла гордость, и тебя все зову. Дотянись рукою, вот моя рука.
могли бы с тобою, мы могли бы до дна, как осенний лист провожает тепло, так и для меня скоро стал ты чужой, и теперь в толпе ищешь ты мои глаза, а я отведу их, чтоб все поиски были зря. За тобой босая по краям иду, позабыла нежность и тебя не зову. Дотянись рукою, вот моя рука. Мы могли бы с тобою, мы могли бы до дна. За тобой босая больше не пойду, позовешь, не отвечу, на плече не усну. Не поделишься тайной и устанешь так жить, будешь клясться, но поздно, будешь милой держать. Давай, Сереженька! Держись, а-да-да. За тобой босая больше не пойду, позовешь, не отвечу, на плече не усну. Не поделишься тайной и устанешь так жить, будешь клясться, но поздно, будешь, милый, держись. А как еще можно было закончить эту песню? Пишите в комментариях. Слушай, а как-то прилично вообще начиналось. Ты знаешь, когда вылился стакан воды мне на ноги, это у меня только... отшибло мозги, я забыла слова. Никто этого не заметил. Во-первых, во-вторых... Потому что ты думаешь, они не следили? Нужно. Давайте я вам долью, хотите, водички, чтобы не переживали. Это на счастье выливаем. Хорошо, что не разбился. Выливаем. Хорошо, на счастье. Что не на колонку, хорошо, что не на клавишу, хорошо, что не на микрофон. Ничего страшного, решили. Решили бы и эту проблему с таким-то голосом. Ну что, 12 декабря был у вас концерт, помню. Хороший был концерт. Да, если ты уже заметил, и, наверное, те, кто нас сейчас слушают и смотрят, понимают, что очень много песен в сегодняшнем репертуаре именно из того концерта. И русские песни у вас вошли именно в тот период, когда... Да, почему? Да. А сегодня вот я решила соединить и русский, и румынский репертуар, потому что я уверена, сколько там сейчас... 500 тысяч до небес? 840. 840 тысяч до небес. И я уверена, что нас слушают абсолютно на разных концах земли. И, конечно же, нас слушают те, кто вообще не понимают, о чем мы сейчас говорим, потому что они не понимают ни русский, ни румынский. Dar eu cânt pentru toată lumea. Pentru că rădăcinile mele, de fapt, sunt tare diferite ca și rădăcinile oricărui moldovean care trăiește pe acest petic de pământ. Atunci când eu spun moldovean, mă refer la pașaportul pe care îl purtăm noi, țara din care toți reieșim. Și pentru acest lucru, în română cânt pentru mama mea și în rusă cânt pentru tata meu. Что-то там хотел спросить про репертуар? Да, почему русские песни вдруг вот так вошли, но вы ответили на этот вопрос открыто и честно. Следующая композиция. Вишневый блюз на бакете. Согласен.
вишневый вкус табак и дым. Кто просто так, а кто любит? Кто просто так любит? Я мчу по встречной полосе, я мчу не от тебя к тебе, я мчу к тебе. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты порой, ты порой. В ночь приду и в ночь уйду, неразгаданный союз разбавит блюз, вишневый блюз. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты порой, мой порой. Наш загадочный союз, это был не просто блюз, вишневый блюз, вишневый блюз. Рука задержится в руке, оставив стрелку на чулке, моя рука в твоей руке. Луна скользит на теплый шов, и я хочу еще, еще. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты порой, ты порой. В ночь приду и в ночь уйду, неразгаданный союз разбавит блюз, вишневый блюз. А в крови не алкоголь, пахнет раны, соль, а ты порой, мой порой. Наш загадочный союз, это был не просто блюз, вишневый блюз, вишневый блюз. Обрывки на любовь, а мне спешить пора к шести. Ты говоришь, не уходи, и мы спешим любить. А в крови не алкоголь, не табак, не рады соль, а ты порой, мой порой. В ночь приду и в ночь уйду, неразгаданный союз. Именно так и назывался концерт, который прошел 12 декабря. Да. Вишневый блюз. А да. Почему? Почему? Потому что вишневый цвет — это вкусно. Ну, во-первых, это вкусно. Во-вторых, это красиво. Во-вторых, это красиво. Вишня, во-первых, она полезна... Подожди, это в-третьих. Тогда в-третьих. Уну-а. Да. Вишня, она полезна. Она сочна. А вишневка какая из нее? Ну, вот она правильная, прям как... Прям нужно. Как правильность, как нужно. Нужно. Да. Да, потому... Да, именно потому. Потому что вишневый блюз — это о любви, потому что вишневый блюз — это о тех вещах, которые реально происходили в этой жизни, не обязательно с Аурелом или с Сергеем. У Аурела и у Сергея загорелся глаз во время того, как я сказал про вишневку, поэтому... Задрожал даже, да? Даже задрожал. Ну, это тоже хорошо, это тоже нужно. Поэтому, дорогие мои, все, кто срезонировал, знаете, эта песня для вас и про вас тоже. Договорились. Будем резонировать еще и на следующую песню. Да.
И пока я еще не перешла к следующей песне, да. Я хотела опять же вспомнить и напомнить, что вот все песни в этом вот концерте в сегодняшнем, вернее, в основном все песни были написаны Анастасией Бас. Я хочу ее поприветствовать. Сколько там человек нас смотрят? 58 тысяч? Примерно. Я думаю, что она первая среди тех 58 тысяч, которые нас сегодня слушают и смотрят. И еще раз хочу пожелать креативным людям вдохновения в любые времена. Это нас спасет. Я думаю, что Ной, если бы у него не было бы вдохновения, он бы не построил корабль, ты знаешь? Направление, вдохновение и немножечко еще каких-то пару советов. Да, это об этом, это об этом. Договорились. Шеврау Сарадаз Софинисам купиаса Карасанмеште Акаса. Спунем терок пентру тине чен самне Акаса. Там, где родные, близкие, сейчас коты. Очень-очень важно для меня. Спунем пентру мине деспре сензация. De acasă. Уют, тепло. Вот такое. Своё что-то. Exact. Și dacă să stăm să ne gândim, starea despre care vorbești tu, de fapt, nu este legată de un loc anumit. Nu este legată de o stradă, de un oraș, de o țară anumită. Și acel bine, acea stare de bine, acel confort... În primul rând trebuie să fie în sufletul nostru. Și nu contează în ce parte a lumii ne aflăm. Am prieteni începând de la Australia și până în Canada, unde nu de mult abia s-a oprit zăpada. Am prieteni începând de la Bașchiria și Novosibirsk și am oameni foarte, foarte dragi care trăiesc și în Africa, și în Germania, și în Marea Britanie. Cei care sunt de la Bălți niciodată n-o să-i uit, pentru că acolo m-am născut și acolo tot este casa mea. Casa mea este oriunde mi se deschide ușa și oriunde unde pot să pun capul pe pernă, acolo este casa mea. Și pentru acest lucru eu vreau să mulțumesc toată lumea care măcar odată în viață mi-a dat această senzație de căldură și de casa mea. Știu, drumul ți-a fost greu, știu, nu ți-a fost ușor. Strânge-mă în brațe, sărută-mă cu tot. Vreau să rămâi cu mine doar acasă. Mii de kilometri am umblat în loc și lat. Inima și dorul acasă m-am lăsat. Te cheamă mereu, acasă e locul tău. Acasă cerul-i mai înalt și iarna soarele-i mai plin. Și câte doruri te așteaptă la fereastră. Aici stelele-ți vorbesc, în graiul lor dumnezeiesc. Că nicăieri nu e mai bine ca acasă. De-a primăveri. Vreau să te văd cu mine doar acasă. Vreau să mă ții de mână, să alergăm în zon, ca în copilărie printr-o lan de flori. Cu tine iar mă simt cea mai frumoasă. Mii de kilometri am umblat în lung și lat. Inima și dorul acasă mi-am lăsat. Te cheamă mereu, acasă e locul tău. Acasă cerul mai înalt.
домашнюю атмосферу Джета Бурлаку окунала нас сегодня весь вечер. Спасибо вам огромное, вам, вашим музыкантам, за эту прекрасную, чудесную отдачу и атмосферу, которую спасибо. Мы ждали. Я думаю, что огромное количество людей, которые сейчас находятся по ту сторону экрана, оценили это все. Спасибо, спасибо. Хотелось бы, чтобы напоследок вы что-то... Спели. Эмоционально. Ну, можно и спеть, конечно. Я просто подумал, что вы сказали о том, что это последняя песня. Да-да-да. А, это шутка. А, где-то... Нет, я имею в виду, что что-то такое нашим телезрителям важное, нужное, что у вас лежит, и хотели бы этим поделиться и отдать. Абсолютно ничем. Абсолютно ничем. Все, что я хотела сказать до сегодняшнего момента, я уже сказала, это было важно для меня. А что сказать тем, кто сейчас нас смотрит и слушает? Я уверена, что они знают, что им надо, и им точно не нужен мой совет. Я просто могу поделиться своим опытом. Почаще закрывайте глаза и прислушивайтесь к себе. Вот и все. Спасибо. Джета Бурлаку, для вас спасибо огромное еще раз. Я хочу еще раз поблагодарить ребят, которые вместе со мной сегодня играли, которые меня поддерживали. И на самом деле музыка — это море. Это огромное, бездонное, бескрайнее море. И очень важно, с кем ты садишься в лодку для того, чтобы плыть по этому морю. Вот сегодня со мной в одной лодке были эти прекрасные музыканты Сергей Ватаву и Аурел Киртуака. Анастасия Бас. Спасибо всем огромное за то, что поддерживаем друг друга. И мне кажется, пока это не закончится, мы всегда будем людьми, мы всегда будем размножаться, любить, опять размножаться. И так это будет бесконечно продолжаться. И это есть хорошо. Это действительно замечательно. Afisha.md, Point.md, Shtiri.md. Благодарим всех тех, кто был рядом с нами этим вечером. Надеемся, что обязательно будем продолжать такие радостные события здесь, онлайн. Но хотелось бы, чтобы этот карантин, эта пандемия закончились уже наконец-то. До встречи. Я даже скажу более того, чтобы это закончилось и другая не началась. И другая не началась. Абсолютно верно, Джета Бурлаку только что сказала всем нам. Замечательного вечера, отличных выходных в продолжении. Будьте рядом с нами, включайте колокольчики, в общем, следите за нашими обновлениями в том числе. Никита Соловьев был рядом с вами. Увидимся, услышимся. Пока.